вот смотрите, у нас кусочками мрамора нет. Этот берем, вот смотрите, соляную, там 15 миллилитров сказано. Ой, что я делаю? Вот, вот смотрите, я вычистил. Вот беру какую кислоту? Соляную кислоту. И сюда лью. А зачем туда же? Много я не буду тратить. Много не буду тратить. Беру шпатель. Ага. Вот это закрывать шпатель. Вот руки не должны дрожать. Вот, вот смотрите, с одной стороны размешивать, а с этой этот. Где у нас мрамор? Вот. Если, конечно, мы положим какой? Неизмельченный мрамор, он будет у нас как вступать? Реакция. Он плохо будет. Мы же тему прошли, вот измельчать. Площадь слишком много я взял. Конечно, вот у нас весы есть. Весы есть. Можно измерить, да? Так, куда я лью? Насыпайте. Видите, что произошло? А что там? Мне интересно. Видите, что произошло? Да. И у нас не видите. Сразу бурная что, реакция, бурная реакция. Из-за того, что вот оно полностью не израсходуется, потому что мы чего больше положили? Вот этой штуки. Вот, сейчас я этот, чтобы там вот, вот это взвешивать, сколько, чтобы оно у нас полностью истратилось. Сейчас я добавлю что? Соляную кислоту снова. Снова добавлю. И у нас бурная реакция. Так, ребята, сюда смотрите. Видите? Давайте все выльем. Вот смотрите, тихо, вот бурная реакция. И вот так, проверяем. Много налили, как быстро истратилось. Вот. Оно нет, не нагревается. Так, давайте просто концентрацию пробуем водой. Водой ничего. Вода. Пробуем опять что? Оно у нас полностью не израсходовалось. Полностью не. Сейчас у вас какой урок? А, о боже, тем более тогда я могу показать вам. Перемена так-то у нас. Да. Руки дрожат. У меня? Да. Ну, я уже 54 года. Давайте я лучше. Вау! Видите? Вау! Ну, видео... Вот смотрите, оно уже какая стала? Светлая. А можно я попробую добавить? Вот, вот светлое, светлое стало. Мы, что, ребята, весь мрамор что сделали? Убили. Сейчас посмотрим, она осталась или нет. Потом у нас реакция прекращается. Нет, там реакция идет. Ну, уже все. Все растворилось. Я все? В шоке. Сейчас вот химию. Этот, сейчас надо этот. Что? Ребята, сейчас надо записать уравнение реакции. Понятно, да? Прикольно.